Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как легко, быстро и просто можно посмотреть своих подписчиков на своем канале YouTube. Прежде всего, заходим на свой канал YouTube в творческую студию. Как найти творческую студию, ссылка будет в описании. Вот я зашла в творческую студию на своем канале YouTube. И смотрим налево. Слева у нас есть список из различных полезных функций. Нас интересует сообщество. Вот оно. Нажимаем слово «сообщество». И после этого оно открывается. Но открываются комментарии. Нам комментарии не нужны. Мы читаем дальше. Сообщество, подписчики. Вот меня интересуют подписчики. Мы нажимаем «подписчики» здесь же слева. И после этого открываются мои подписчики. Сейчас у меня подписчиков всего более 4000. И вот здесь они все указаны. Их можно посмотреть всех от начала до конца. Просто вот здесь внизу нажимаешь еще, и открываются новые и новые подписчики. Кроме того, мы видим своих подписчиков. И кроме того, мы видим, сколько подписчиков у них самих. То есть, если кому-то интересно. Вот так легко, быстро и просто можно увидеть своих подписчиков и сделать выводы о том, кто ваши подписчики и так далее, если вам это интересно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, комментируйте, делитесь с друзьями, подписывайтесь и смотрите ссылки в описании. Там будут ссылки на многие интересные видео. До свидания, удачи всем!